Сотрудники столичных ЖЭКов начали скидывать с крыш домов снег. Это превентивная мера против появления сосулек. Крыши чистят в тех дворах, где каждый год сосульки угрожают жизни и здоровью местных жителей. В одном из таких дворов побывала Алина Ганга. Вот там, наверху, на крыше дома по Краснодонской, кровельщик Максим деревянной палкой, похожей на бабушкину швабру, сметает снег. Только Максим на саму крышу не залез, стоял на раздвижной лестнице и убирал снег с краю. Ну что там, как обстановка на крыше? Снега много. Много? Конечно. А хватит того, что вы убрали только с краю? Ну, в принципе, да. На сколько дней? А если начнет таять? Ничего не будет, там уже с краю снега нету. Сотрудники ЖЭКа объясняют, как только хоть немного потеплеет, сосулек не будет, потому что снег уже убрали. А тот, что остался на крыше, не будет угрозой для жильцов дома. Проблема с образованием сосулек в этом дворе давняя, и его, особенно зимой, работники ЖЭКа хорошо знают. Поэтому после снегопада они не дожидались обращения жильцов, а приехали сами. Огородили опасную зону сигнальной лентой, оповестили жильцов о начале работ и следили за безопасностью во дворе, пока кровельщик Максим работал. Впрочем, близко к козырькам никто не подходил. Даже местный кот, когда увидел ком снега, падающий с крыши, отошел от опасного места подальше. Алина Ганган, Игорь Мацота, ТСВ.